В Москве открылась выставка «Интерполитех». В трех залах на ВДНХ сотни устройств, которые могут в скором времени пополнить арсеналы полиции и спецслужб. Но прежде их испытал наш Михаил Федотов. Комплексная система безопасности. Под таким негласным лозунгом стартует 21-й по счету «Интерполитех». На выставке представлено оружие, спецтехника, беспилотники и другие современные разработки. «Интерполитех 2017» в цифрах – это без малого 500 компаний-разработчиков оружия и техники из 60 стран. Германия, Бельгия, Китай, Япония, Белоруссия и другие 25 тысяч квадратных метров выставочных площадей. Удивляют и стенды Росгвардии. Здесь показана новейшая система охраны оружейных комнат. При попытке взлома срабатывает не только простая сигнализация. Жулик открыл дверь, пошел сигнал тревоги на пульт централизованной охраны. Заполняется комната хранения оружия, заполняется дымом. Поступает видеосигнал на пульт централизованной охраны. Михаил Федотов, Виталий Кайданович, Михаил Емелин и Анна Колк. Вести.